Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Это хватит там бубнить-то, слышно, я понял, что все уже восстановлено, что все нормально. В прошлой серии мы с вами вот эту хрень исследовали, и я там заметил, мне в комментариях кинули, написали тайм-код, что я где-то здесь пропустил, как его назвать-то правильно, КПКшник пропустил. Сейчас мы попытаемся его найти, только бы узнать, куда вообще заплыть сюда, каким образом. Я, кстати, усилил себе пропульсивную пушку, она теперь не пропульсивная, она теперь репульсивная. Она типа прикладывает к силу, к своему выстрелу, что ли, как это правильно сказать. Короче говоря, теперь она должна, наверное, выносить двери, просто прям, ну и нет двери вообще, прикинь. Нет двери, взяла и пропала дверь, просто вылетела нахер. Как сейчас найти? Да иди ты. А вот, нашелся. Короче, где-то тут был КПКшник, если я его сейчас найду, это будет просто прям замечательно, потому что я не помню. Да оттуда, иди нахер отсюда вообще. Вот что летает тут за мной коза. Так, где-то я хрен его знает, поплыли искать. Может быть найдем, может быть нет. Скорее всего нет, потому что, ну, так уж получилось. Я по тайм-коду посмотрел, а где точно я и не увидел. Ну где-то... Вот он, ети же, пацан, ну конечно же, какой... Так, это какой? Оставленный КПК. Загрузить данные. А вот какой загрузился, я хрен его знает. По поводу репуль... Да отстань ты там за мной летать-то, сволочь! По поводу репульсивной пушки я хочу с вами поговорить. Кстати говоря, еще по поводу того, что мы с вами здесь происходит, все вообще вот это вот. Я подумал и придумал и надумал, что нам нужно оставлять маячки рядом с этой хренотенью, чтобы потом понимать, были мы здесь или не были, или будем, или как. Вот этот я оставлю, я их буду называть как-нибудь, знаешь, как вот, я не знаю. Да уж, хватит вертеться-то, иди твой, что-то как... Так, обломок. Обломок. Ну, типа вот так вот. Я буду понимать, что обломок, значит, я здесь был. Чего его по-другому называть? Если где-то я не был, там вообще не будет этого маячка. Так, ладненько. В чем тут за КПКшечку? Подобрали с вами фотоальбом КПК. Загруженные данные, выжившие Дегази. Так, Маргарет пересекли чертову планету. Прибытие в пещеру. Вот! А, это место просто супер. Это вы учили давно. Это было. Мы на глубине 33 метра хотим... А, это было. Так, Торджел был. Это было. Это тоже было. Так, где это еще может быть? Журнал операций. Это тоже было. А вот хрен его знает, что я сейчас на самом деле подобрал-то. Выживший журнал. Просто было написано КПК. Я откуда знаю, что там за КПК еще в конце-то концов. Приветствие техническое. Блин, ну хрен его знает. Так, кроме того, что еще мы с вами задумали? Мы с вами задумали все-таки плыть куда-то в пещеру рядом с Авророй. Я думаю, что мы туда доберемся сегодня и по-любому там поплаваем. Что-то прям сегодня не проседает практически. Это, наверное, пока что. Итак, вроде как все, мы здесь все исследовали. Пушка, 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 репульсивная теперь пушка. Выглядит она так же. Применяет силу к объектам. С каждым выстрелом убавляется, по-моему, чуть ли не 5% заряда. Это вообще херовенько. Ладненько, всплываем. Мы сегодня попробуем исследовать пещеру полностью, если получится. А если не получится, то обследуем ее в следующей серии. Но вариант-то вот какой у меня еще появился. Нам уже пора. Пора, понимаешь, пора. Ты знаешь, что такое пора? Это значит, что вот уже пришло время, в конце концов. Пришло время нас с вами начинать строить нормальную базу. У нас есть терраформер, с помощью которого мы сможем себе нормальный ландшафт подмутить. У нас есть с вами... желание, хотение, старание, как угодно это называйте. У нас все это с вами есть, значит, нам пора заниматься своим домом. Нам пора строить базы. И по комментариям я понял, что там, где мы были в вулкане, там, кстати, какой-то арт есть. И мы были в том самом месте с этого арта, где вот это вот огромное гузло такое внизу в округе всего было. Это, оказывается, было с какого-то... четкого такого рисуночка. Так вот, мы начнем строить базу где-нибудь недалеко от Авроры, я думаю. Где-нибудь вон примерно... Так, мы сейчас где? Мы сейчас тут где-нибудь вот примерно вот здесь, вот там, где поровнее поверхность будет, там мы начнем все это строить. Главное, недалеко от ресурсов, это основное. Нам нужно будет много меди, нам нужно будет много... Кстати, мне нужна медь. Медь мне нужна прям вот как хочешь нужна. Так, отцепись-ка маленько. У меня есть вообще... Так, у меня маячков-то больше и нет. Значит, мы сейчас где-нибудь должны с вами меди поверх намутить.
Мне ее надо очень-очень много, потому что нам нужно с вами производить маячки. Без маячков вообще, вот без маячков здесь, блин, ну не очень. Если бы я начинал играть в игру сейчас по новой, я бы первым делом начал делать много маячков, потому что они весьма-весьма полезные штучки. Они... Чё так темно-то, едет твою? Они нам существенно упрощают жизнь. Мы понимаем, где мы были, где мы не были, в какую сторону нам плыть, в какую не плыть. Это очень классно, на самом деле. Очень-очень полезная штука. Прям просто обосраться, какая полезная. Так, первым делом, что нам? Вон там, вон в юго-восток за Авророй, там сверху где-то и сама Аврора. Значит, мы плывем куда-то вот сюда. Я так понимаю. Вот даже чуть-чуть еще развернуть. Куда-то вот к этому концу Авроры, и вроде как там где-то есть, должен быть какой-то вход в пещеру. А, просят еще попользоваться консольными командами, чем-то еще там, для вызова каких-то непонятных существ, которые здесь есть, что-то еще. Но мне неохота этим заниматься, ну потому что если разработчики этого еще не добавили, значит это еще не надо, значит это еще не готово, значит еще никто к этому не готов, ни ты, ни я, ни разработчики. Зачем этим вот херней-то и заниматься? Как добавят, так и посмотрим, иначе это будет немножко нечестно и неинтересно. Вдруг там текстурка какая-нибудь кривая или еще что-нибудь страшное, и мы разочаруемся, а это не есть хорошо. Разочаровываться в Сабнафтике, ты давай там ничего не задевай. Разочаровываться в Сабнафтике я никоим случае вообще не хочу. Так, что мы тут? Где тут Аврора-то вообще сама? Что-то гремит? Что это такое? Это песня такая, что ли? Опять женщина запела, смотри. Это, кстати, какая-то новая музыка, я такой не слышу ни хрена. Какие-то колокольчики, чуть ли не попы поют. В река Люха, веселуха. Кстати говоря, бляха-муха, я ж забыл. Ну ятрен батон, ну как так-то? Блин, вообще, короче, возвращаемся. Нам нужно срочно вернуться. Вернуться к этому обломку. Я там нашел... То ли пещеру, то ли что-то. Что-то такое, короче, что очень сильно похоже на пещеру, в которой мы еще ни разу не были. Я такую даже не видел ни разу. Блин, я заходил просто в игру, думаю, сейчас немножко меди пособираю. В округе поплавал и медь ни хрена не нашел. Вот это печально было. Так, вон еще один обломок вижу. Там мы тоже попозже с вами пошастаем. Сначала туда. Сначала туда. Я не знаю, может быть, обломок один, обломок два их называть. Или как-то... Или обломок большой, обломок средний, обломок маленький. А то, знаешь, куча обломков, короче, мы в этом деле запутаемся, мне кажется. Так, сейчас вернемся. Тут, в принципе, мы недалеко, мы на циклопе не так быстро плаваем, как на мотыльке. На мотыльке мы сейчас успеем все это сделать. Блин, там такая, да, даже, да если там даже ничего нет, она просто красивая. Она классная такая пещерка, прям выглядит огонь. Стопы, стопы. Пока, пока здесь, я не знаю. Ну, блин, ну потерпим чуть-чуть, да? Вот так вот. Отлично, медная руда есть. Нам хотя бы на парочку этих, как его, на парочку маячков намутить себе, и все будет вообще нормально. Это, кстати, тоже какая-то пещера, почему бы нет? Почему бы в ней не поплавать? О. А, так это не пещера. Да какой нахер титан? Это наша самая первая труба, в которой мы добывали всю эту херь, правильно? Она рядом с нашей базой находится. Правда, тут уже ничего нет. Это печальненько. Так, ладненько, где у меня мотылек-то? Потерял, прикинь, потерял мотылька, как так? А, вот он. Он такой, приныкался от меня, собака-то такая. Приныкался, приныкался. Где, а где? А, вот, а... Алло. Ты ж, бляха-муха, натуре приныкался. Хер его найдешь. Так, тут ничего больше нет? На одну медную руду мы подобрали, это уже хорошо. Одной больше, одной больше, одной больше, одной больше. Уже четырьмя больше получается, уже пригодится. Так, короче, нам нужно вернуться к этому кобломку. И там... Вроде бы от него в сторону юга. Там совсем недалеко, но там такая классная прям пещера. Я в нее даже не поплыл, потому что думаю, ни хрена себе, вот это да. С тобой решил, представляешь, с тобой вместе. Дождался тебя, пока ты придешь, включишь видео, что вместе с тобой туда сходить, туда сплавать, туда посмотреть. Там прям вот симпатично. Других слов я не нахожу, просто симпатично, вот и все. Где-то рядом с обломком, с какой-то стороны, там буквально 10-20, может быть, метров от него, такая охерительная пещерня. Так, ну, нам, во-первых, куда-то вот сюда, скорее всего. И где-то здесь это было. Ща-ща-ща. Ща-ща-ща я, ща-ща-ща. Ща-ща-ща-ща-ща. Сейчас я сориентируюсь. Это недалеко было, очень-очень недалеко. Прям практически рядом. Сейчас бы вспомнить, где у меня стоял циклоп. Было вообще шикарно. Так, давайте-ка я вот так вот сделаю. Бляха, это кто? Ты чё, алё, предатель? Прикинь, мотылёк меня чуть не захерачил.
Свой же мотылек меня чуть не отхерачил. Ну что за беспредел? Так, тут что, у меня руда, песчаник? Песняк. Да бляха, опять титан. Так. Сейчас вот тут в округе поплаваем и найдем. А может быть, мне показал. Вот она! Ха-ха-ха! Вот она, точно. Вот, смотри. Я тебе говорю, смотри, только этому новую музыку добавили, по-моему. Бляха, а здесь опасные корни. Меня уже бьют, кстати. Алло! Кто? А кто меня сейчас убил? Бляха, мне вот интересно, да вообще что-нибудь есть там, нет? А то я сейчас... Да хватит меня бить! Ты кто это делает-то? Бляха, я еще на мотыльке приплыл. А, мы прям рядом с ней, смотри-ка, остались. Это, кстати, я повыкидывал воду свою, которая у меня с костюма дается. Она мне не нужна. Так, ну-ка нахер, я вам сейчас дам, суки, вы что творите-то, собаки такие? Спокойненько. А, сука, застрял, представляешь? Блин, ну-ка, дай-ка им, сука, всем! Так, ну-ка, давай прогуглим. Блин, там только какая-то пещера, туда спуститься можно. Так, нет, подожди, это... А, так это пиранеска свалила нахер отсюда, тварь! Ишь ты, паскуда. Так, у меня... Ой. Рифаспин плывет. У меня где-то же была аптечка, я сейчас вот. Так, ну-ка, подождите-ка, надо... вот так вот сделаем. Просто прям быстро туда проскачем. Похер вообще. Во, красота! Мы внутри. Но для чего хоть меня бить, собаки? Блин, тут ничего нет. Ну, блин, пещерка такая. Да кто меня, бляха, бьет-то? Хватит уже. Я думал, там что-то будет поглубже, что-то повеселее, что-то по... Прям вот так поприкольнее. На, оказывается, нет. Ну, нет, так нет. Главное, что мы посмотрели. Главное, что я не забыл. Главное, что я вспомнил. Это основное. Рифаспин плавает один-одинешенький. Жалко его. Нет у него друзей. Поплыли назад. Где? Где? Да, тань ты, собака такая. Вон, циклоп, поплыли туда. Нам по дороге нужно еще медяшку набрать. Медяшку через все рифы поплыть и набрать много меди. Очень много меди, чтобы была. Просто чтобы была. Почему бы нет? Мне нужны маяки. Маяки делать не... Маяки делать несложно. Вам, по-моему, нужна одна медная проволока или там медная катушка, как она сейчас называется, хрен ее поймешь. Опа, кусок мотылька. Тут уже тут поплавал. Отпалили нахер. Одна медная катушка, и вроде больше ничего особого для него не надо. Блях, они все так за мной плавают, смотри-ка. О, отлично! Так, на один уже маячок у нас с вами ресурсы есть, это замечательно, поплыли дальше. Я не буду особо сильно останавливаться на этих местах, по дороге мы все найдем. Вот так вот где-то сверху, поверху. Это что, это известные же останки, правильно? Я не мог здесь, наверное, что-то не исследовать, здесь все у меня знакомое. Я имею в виду вот эти вот хернюшки. Что это? Ну, морской глайдер, ясно. С него падает титан. Титан мне не нужен. Титан у меня до хера там на подлодке есть. Поэтому особо париться по этому поводу я не собираюсь. Так, еще одна капсула. Подожди, а мы здесь были? По-моему, были. Но мы рядом здесь все исследовали. В принципе, нам торопиться некуда. Нам нужно все доисследовать до конца. Ну, что ты? Так, это ничего. Ну, да, значит, я здесь был. А ты кто такой? И опять глайдер. Кругом один сплошной глайдер. Но глайдер нам уже не нужен. Глайдер у нас уже есть. Глайдер у нас работает, выручает. С глайдером мы плаваем только так. Очень быстро, спокойно. Так, куда пропал-то? А, кстати. Подождите. Перед тем, как плыть туда. Давайте-ка мы с вами все-таки сплаваем на ту самую базу. И возьмем там все-таки этот КПКшник. У меня же теперь эта хрень-то есть. Я думаю, если вот так вот постараться, мы, наверное, даже отсюда успеем. Без мотылька, наверное, поплыть. Хотя, давайте с мотыльком так быстрее и проще. Металлолом откуда-то взялся, на-ка. Так, где? Ага. Так, ну я его здесь оставлю. А то опять вход потеряем. В принципе, несколько входов есть. Можно с любой стороны заплывать. Мы... А, там прям над ним, по-моему, есть выход. Я тогда не поплыву, ладно, хрен с ним. Ну-ка, включи звук нормальный. Не знаю, почему здесь на время пропадает звук. Вот сейчас у глайдера, в принципе, звука нет. Я не знаю, почему. Вот сейчас появился. Нет, опять пропал. Короче, его убираешь, звук появляется. Вставляешь его, звук пропадает. Вон там вон можно выплыть. Ну, мы плывем тогда здесь, где и плыли.
Короче, если эта пропульсивная теперь уже репульсивная пушка не даст мне сейчас нормально достать эту херню, я на нее обижусь. Здесь надо помедленнее и поаккуратнее. Просто я, возможно, у них какие-то разные принципы действия. Одна притягивает, другая просто бьет. Хрен его поймешь. Ну, сейчас попробуем. Попробуем, возможно, все получится. КПК-шку-то надо взять в конце-то концов. Во, хорош! Так, оставлю КПК, загрузить данные. Я не знаю, почему они не помечаются как новые, например. Это же так было бы полезно. Давай посмотрим. Так, загруженные данные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Пал, бат. Семь штук их. Опачки. Допустим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какое из них? Попробуй-ка. Пойми. Интересная находка. А, пал, что это за штука? Я не знаю. Часть другого корабля. Ничего подобного я прежде не видела. Она в таком хорошем состоянии, даже не поцарапана. Она может быть с этой планеты. Не трогай ее, она может быть полезной. Я сказал, не трогай ее. Расслабьтесь, шеф, я просто смотрю. Если бы она должна была рассыпаться в пыль, она бы рассыпалась еще в тот момент, когда ее подобрала. Она светится. Она все еще работает. Кто-то еще был здесь недавно. Либо так давно, что уже никто не помнит. И каким боком, интересно, эта хрень мне поможет найти базу? Просто как бы были предположения, что этот КПКшник, он должен нам указать путь дальше. Но здесь ни хрена нет. Ну, пропульсивная пушка, смотри, она исполняет свои обязанности. Теперь она уже, опять-таки, не пропульсивная, а репульсивная. Но она выбивает. Значит, она так, с таким же успехом будет выбивать и двери. И это мне нравится. Так, значит, здесь грибы. Надо, кстати, наверное, здесь. Возможно, это что такое? Песчаник, что это? Сланец? Бляха, нет. Когда-нибудь, наверное, мы сюда вернемся. Я имею в виду к этой самой базе. Ну, потому что по логике вещей они должны перемещаться как-то так, где есть дороги. То есть, если здесь будет где-то спуск вниз, то логично предположить, что именно по этому спуску они сюда спускались. Сейчас вроде как второй базы в игре еще пока что нет, но мы будем ждать. Обновление к ней выходит не так редко, но и не так часто, я бы сказал. Поэтому на это надо в Стиме послеживать за этим делом. Там все это выкладывается, там все это пишется. И, в принципе, мы сможем спокойно ориентироваться, что добавили, куда добавили, как искать, где искать. Для этого особых переводов не нужно, потому что там не расписывают по пунктам, что где добавлено, что где не пролагивает, что где пролагивает, и какого хера иррационально прогрузка динамическо данных забавлена в Форест. Это вот что-то типа того. Здесь, по-моему, такой херни не пишут, здесь пишут просто. Бляха. Ничего не хватало, чтобы меня червь сейчас схватил. Какой, блядь, обломок? Я куда плыву-то? Твою же ж мать. Ты что меня запутал? Я плыл вообще-то почему-то на обломок какого-то хера, хотя мне надо было кому-то мотыльку. А ты молчишь, сидишь, не говоришь мне ничего. Я, блин, реально промахнулся уже. Началось. Опять пошло. Блин, вот, в принципе, дыры, но они на дыры не похожи. Взял вот так вот и пролетел. Полкарты. Вон он, мотылек стоит, меня ждет. Он, наверное, тоже как бы немного обиделся, думает, да куда, бляха-муха, я тут вообще-то тебя жду, стою. Так, оп, оп. Иногда, кстати, полезно эту воду брать, а по большей степени она не особо помогает. Так, здорово. Ты уж извини, мотылек, так уж получилось, я же не хотел. Где выход-то? Непонятные здесь вот эти вот проходы временами. Просто прям теряются из виду и все, и хрен его найдешь. Где циклоп? Так, это что, это куски металла, здесь, по-моему, ничего полезного-то нет. Их я даже помечать не буду, потому что здесь ни комнат, никого. Так, юго-восток заврор, значит, там, вон. Я уже нормально ориентируюсь по этим всем местам. Эти указатели, эти маячки, они реально помогают, они реально полезные штуки. Прям вот хорошо. Так, у нас, значит, меди с вами на один маячок сейчас есть. Сейчас бы еще, знаешь, штучки 4 меди подобрать, и было бы вообще шикарно. Как там говорит один человек нарисованный. Как-то так, нам нужно еще 2 медяшки. Мы сейчас пока плывем, я думаю, мы заметим где-нибудь 2 выступа. На самом деле, медь сейчас добыть очень трудно. Она, знаешь, она вроде как бы этих выступов полно везде. Но, с другой стороны, их теперь уже не полно, потому что я где было полно, я их подбирал, пособирал, и хрен их теперь найдешь. И еще плюс к этому, с них постоянно падает, бляха, свинец или титан, который свинец вот мне вообще, ну, не впился он мне никуда. Сейчас, по крайней мере.
И титан тоже мне не нужен. Титана с металлолома только так собирай прям кучами и все. Так, ну-ка. Да бля, хопите себе акулу, что ж ты делаешь? Да пошла ты в жопу, слышь, акула. Так, где тут камешки потерял? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нихера себе. Все ясно. 10%, прикинь, чуть меня не схавала. Собака такая. Бляха, они вроде как раньше-то были вообще бесполезные. Просто плавали рядом, а теперь смотри, мне прям... Вот я нихерово сейчас так отхватил, на самом деле. Так, значит, нам нужно батареечки поменять. Раз. Потом. Два. Ну и по идее пока все. Не-не-не. Значит, эти две мы берем. Эти две... кладем заряжаться. Вот, навалил. Так, значит, поехали. Мы сделаем себе медную катушку. И сделаем тогда хотя бы один пока что маячок, что ли. Пусть хотя бы один будет. Вот. Так, что у нас лишнего здесь есть, нет? Вроде ничего, все нормально. Блин, да как же они меня так покоцали, собаки такие. Аптечек у меня полно. Это самое главное. Так, хорошо. Ладненько, это я выпью. Раз. Два. Три. Воду-то зачем ты ухерачил? Ну, ети же тебя, ну, как так-то? Ну, ладно. Короче говоря, ухерачил. Она просто, в принципе, место занимала. Ничего хорошего от нее не было. Поплыли дальше. Поплыли. Мы уже практически рядом с носом Авроры. С бывшим носом Авроры, которого сейчас уже нет. Так, еще один обломок. Ну, здесь, по-моему, ничего нет такого особенного-то. Так, это уже сама Аврора, правильно я понимаю? Правильно. Это уже сама Аврора, значит, будем где-то здесь сейчас рядом с ней искать вход в пещеру. Здесь, кстати, очень дохера всего. Здесь обломков вот целая куча. Эти я все обследовал обломки еще давно, когда мы сюда такое плавали. Мы ничего полезного не нашли. Здесь много титана и ящик почему-то какой-то неоткрытый. Что за херня? Я же не мог ящик не открыть. Так, еще один большой обломок. Мне кажется, он был уже открытый и просто закрылся. Что это? О, дезинфицированная вода. Так, ладненько. Вот кто так орет-то? Мне кто-нибудь объяснит? Я столько раз уже слышал этот звук. И он, ну, он не от рифоспина, он не от кого такого. Он от кого-то более, по-моему, серьезного пацаненка какого-то. Я здесь был. Да, здесь все пусто. Блин, мне кажется, все-таки это какой-то огромный кит. Хотя, если бы здесь был кит, мне бы уже давно, наверное, про него рассказали. Вот опять, что это за херня? Кто так может визжать, я не понимаю. Может быть, как раз-таки эти звуки доносят... Я хер, я не понимаю, я в панике. Может быть, эти звуки как раз-таки оттуда, откуда-то доносятся. Так, где у нас... перед Аврора, он где-то там. Сказали вроде как, что пещера довольно большая, и в пещеру в эту можно спокойно влезть прям в циклопе. Я буду, если честно, этому очень сильно рад, если мы сможем в пещеру влезть в циклопе. Это означает, что пещера действительно огромная, и там есть что-то весьма и весьма полезное. Это сигнал. Это если что. Я, кстати, заметил. Ой, что такое? Это камеры. Когда постоянно в меню выходишь, нажимаешь левую кнопку, и он сигналит. А я ведь никогда не понимал, что это за херня. Не понимал, и все. Оказывается, это вот, пожалуйста. Бу-бу-бум. По-моему, я уже нажимал его и просто про него забыл, наверное. Так, сейчас мы, короче, заплыли уже, получается, за Аврору практически. И здесь нам еще и музычку подрубили. Где-то здесь мы должны, по идее, обнаружить пещеру. Я думаю, нам надо выходить на разведку. Потому что с... циклопом мы тут сейчас много и долго будем разведывать. Сейчас приспустимся прям на нем. Прям... Давай прям до самого дна прихерачимся. Почему бы нет? Так, это киль. Мне нужен не киль. А мне нужен киль, все правильно. Я нихера не вижу. Я
Ебать, здесь темно. Блин, а здесь реально глубоко, ты смотри-ка, я и не думал. Опа, привет. Ага, я нашел дно. Хе-хе, красавчик. Так, ладненько, дно есть, поехали. А ты чё, ну-ка пристань чуть-чуть. Не надо, чтобы она криво-то стояла. Допустим. Ну, здесь у нас акулы. И опять эта херня. Бляха, может, она в натуре тут? Ты что так криво стоишь-то? Объясни-ка мне. Не-не, так не могу. Так опасно прям, пиздец. Я так ничего не вижу. Вот, ты слышишь? Эти клюмы что-то нашли. Ну-ка, всплыви маленько. Так, это еще огромные обломки Авроры. Бля, мне страшно. Да ты что до сих пор криво-то стоишь? Я же тебя потуил. Мне не нравится, что у меня циклоп криво стоит. Все, стой. Спокойно. А вдруг такая херня опасная, она меня сейчас просто сожрет. Тут, кстати, эта дверь закрывается. Вообще сегодня охелка нам была закрыта. Кто-то без меня, прикинь, приходил на мой циклоп и закрывал мои двери. Это вообще неправильно. Так, ладненько. Нам нужен обязательно свет. Нам нужно дождаться утра. Пока мы можем спокойно здесь поплавать и что-нибудь поискать. Может быть, мы на что-то наткнемся. Пока что я вижу только разбитый просто кусок Авроры. Это даже не обломка, просто кусок какой-то валяется и все. Можно, кстати, попробовать пойти на этот звук. И он опять пропал, ты смотри, а. Может, эта херня реально появляется только по ночам? Не, ну тут без света дневного делать нечего. Тут всего лишь 300 метров. А не видно вообще ни хера. Ты, блёха, хорош меня так пугать-то. Летать какие-то нитки оставляет за собой. Так, это что, обрыв? Опять, тихо. Где-то там. Так, это акула, хер с ним. Надо пойти на этот звук. Надо понять, кто так делает. Нет звука. Мне кажется, какой-то огромный кит, который выплывает только по ночам. Потому что я преимущественно слышу этот звук только по ночам. Может быть, днем я не обращаю на него внимания. Тихо, тихо, тихо. Съебался. Что за говно сейчас было? Ты кто эти, твою мать? Где-то там. Так, ну это обрыв. Бляха, я должен найти ту хренотень. Сейчас дело уже даже не в пещере.
около этих грибов мы, кстати, были вообще не часто. По-моему, один или два раза мы здесь были. И то первый раз мы шли по какому-то сигналу. Ух, нихера себе, вот это поворотик. Блин, это что-то новенькое. Мы здесь реально не были так часто. Просто это грибы воют. Просто они так воздух спускают из себя. Хрен прослышь, ну реально, тут ты же слышал. Слышал этот вой. Я не знаю, это не вой, это какой-то... Что это было сейчас? Помехи какие-то уже пошли, что происходит? Ты прикинь, какая-нибудь головень отсюда как выскочит с какой-нибудь обрыва, вот будет обосраться. Просто прям не ожидаешь, она как выскочит. Так, это электрическая херня, хорошо, эту я видел. Блин, это царство грибов. Даже не грибов, я не знаю, что это такое. Это не грибы. Ну вот в этом конце мы ни разу не были вообще, у меня даже здесь ни одного указателя не стоит и ничего. Мы сюда не плавали. Я так понимаю, нам нужно ждать опять ночи и где-то здесь слушать этот звук. Так, это опять обрыв. Да. Нет, подожди-ка. Ни хрена, это не обрыв. Я так понимаю, это что-то в районе последней новой территории, которую мы можем найти. Меня бьется еще. Не, ну реально, ну кто же так стонал-то? Че за новые звуки? Че происходит? Они что-то обновили или че? Мне реально страшно. Ну это же не акулы так делают. Акулы в принципе, наверное, не могут так делать. Меня кто-то или что-то пытается напугать. Здесь что-то есть. Здесь много акул и много грибов. Здесь какая-то херь. Акулы же не могут такой звук издавать. Хер его знает, это все очень подозрительно. Нет, это не от них звук, это не их звук совершенно. У меня единственное предположение, либо мы не заметили какого-то огромного монстра здесь, который плавает. Что-то типа рифоспина, медленного, не особо активного, не опасного. Либо это гриб вот этот херачит. Больше вообще, вот вариантов больше совершенно никаких. Так, ладненько. Хочу, что где-то прям здесь. Я не понимаю. Мне эти акулы, в принципе, урон никакого не наносят.
Так, что плавают, бьются. Бляха, ну вообще обосраться. Так, ладно, пошли искать пещеру. Мы, в принципе, в пещере плыли-то. Они так... поискать какие-то странные звуки. Насколько я понял по... вашим записям, комментариям, я имею в виду. Где-то прямо под носовой частью, которой не хватает, у Авроры есть вход в пещеру. Причем в такую... Откуда здесь кусок вулкана? Причем в огромную пещеру, реально в огромную. Так, это циклоп. Алло. Так, там есть дно, смотри-ка, нихера себе. Что-то мне подсказывает, мы с вами нашли еще одно место под еще одного монстра. А не та ли это пещера-то случаем? Блин, вот это реально что-то здоровое. Мы куда-то плывем. Подожди, а мы таким макаром в вулкан не попадем? Ну да, это огромная пещера. Но здесь я пока ничего примечательного не вижу. Блин, так-то здесь глубоко. Сейчас мой мотылек начнет ломаться, мне кажется. Ну нет, это уже куски вулкана, судя по всему. И скорее всего это и есть проход к вулкану. Что-то мне подсказывает, что это именно так. Не знаю, как вам. Блин, нет, короче, нам надо сюда возвращаться, смотрели с этим, с циклопом. Я что-то прям, мне как-то сегодня в этой серии не по себе, серьезно. Слишком много какого-то говна происходит, какие-то непонятные звуки. Причем этот звук я слышал давно. Я уже не первый раз про него говорю, не первый раз его замечаю. Здесь кромешная тьма, здесь нихера не видно. Если бы не мой вот этот эхолот, мы бы уже все давно тут потерялись. Мы ушли на 700 метров под воду. В огромное место. Мы нашли какую-то очередную закругленную лежанку для какого-то очередного морского огромного монстра. Это по-любому для него. Мы таких видели уже три. Получается, коробка какая-то под текстурами. В вулкане огромное место. И вот тут еще. Ну не может быть здесь просто такая огромная пещера. Ну просто чтобы была. Она явно должна куда-то вести. Либо куда-то, либо к кому-то. Нам нужно прислушиваться к тому звуку. Я тебе говорю, он постоянно появляется, по-моему, только по ночам. Ну вот мы, собственно, и приплыли. Так, где у нас Аврора?
Вот она. Ну да, в принципе, вот край Авроры. Там огромная пещера, как раз таки все это сходится. А вот по поводу звука... Я его больше не слышу. Нет, слышу. Я должен это найти. Да я четвертый ФНАФ прошел, я что, звук что ли не услышу? Я на звуках вообще мастер ориентироваться. Мы сейчас найдем эту хрень, я тебе серьезно говорю. Блин, она пропала. Тыск. Было же где-то вот тут. Слышно прям было отчетливо эту хрень. А ну в рот его. В принципе, можем мы где-нибудь здесь себе начать строить базу, потому что тут более-менее ровненько. И когда мы начнем всю эту базу строить, если что, мы все это услышим. Давайте пока остановимся на этом, а я имею в виду с исследованием этой херни, которая непонятная для нас. А сами пойдем туда в пещеру. Посмотрим, что там за пещера, для чего она вообще... Да, привет, привет, привет. Так, что у меня там по воде-то есть? Опять воду спорол просто так, ты смотри. Ну да. Ты, сука, она угорает надо мной, нет? Во, точно! Сейчас проскочила надпись, наступает ночное время, начались эти звуки. Где-то тут. Ну. Сука, она издевается. Ты серьезно, что ли? Ну хватит, ну блин! Мне кажется, это вообще из этой дыры. Вот, акула совершенно по-другому это делает. Врут его, короче, ладно. Так, где я? Куда я? Сейчас поплывем, короче, на циклопе сюда и все выясним. Просто звук очень четко шел именно отсюда, да, получается. Значит, в этой пещере нас кто-то ждет. Кто-то или что-то нас там ждет по-любому. Сейчас выясним.
Короче, нам надо спуститься куда-то вниз. Сейчас попробуем развернуть все это дело. Спокойно. Так, я переворачиваюсь, да? Бля, как тут попасть-то? Так, нет. Чуть-чуть куда-то вот сюда. Вот сюда вот, да. Как раз в эти стороны. Вообще ничего не видно. Я спускаюсь. Я спустился. Я почти спустился. Мы опускаемся глубоко, значит, мы идем правильно. Ага! Хорош! Так, это не то. Вот оно. Так, это опять не то. Что происходит-то? Сука, от этой подсветки, по-моему, вообще никакого толка нет. И от этого тоже никакого толку нет. Что, блядь, происходит? Так, нет, подожди, плыл-то я правильно, да? Я запутался. Так, нам надо ниже. Чуть-чуть вперед и ниже. Ни хера непонятно. Ничего не видно. Что происходит? Куда плывем? Так, ниже. Вперед. Нет, тут без света вообще делать нечего. Придется вот так вот плыть, по-другому непонятно. Нахуй подлодку разнесем себе. Так, это рубка. Это сверху подлодки. От этой подсветки вообще никакого толка нет. Вот совершенно прям. Винт. Винт это жопа, да? Я сейчас так развернусь, вообще никуда не уплыву. Блядь, что происходит? Я вообще запутался, я не понимаю, где я. Мне темно. Сюда же вроде куда-то, да? Да, вот сюда.
Так, давайте я оставлю здесь мотылек, чтобы у меня было направление. Сам доплыву потом, да. Просто так. Вот, да. Вот это логично. Так, поплыли. Мотылек. Циклоп. Просто я так реально заблужусь, я еще ничего не понимаю, куда я плыву. Здесь не видно ни хера. Совершенно прям ничего не видно. Плыл-то я, в принципе, правильно. Но уперся в стену. В стену. Так все нормально. Мы сейчас поплывем в направлении мотылька. Это будет наш такой, знаешь, локальный указатель. И мы можем с помощью этого дела куда-то заплыть. Так, нам, кстати, надо бы, не мешало бы... Хотя... Ладно. Я имею в виду сохраниться. Просто мало ли мы сейчас какую-нибудь жопу заплывем и ничего не поймем вообще. Ну вот как тут понять, можно доплыть или нельзя? Потому что ни хера не видно вообще. Мотылек бы как бы не сломать там нахер под лодкой своей. Ну я уже вижу сам мотылек, отлично. То есть нам плыть надо как-то на север, получается. На север, ниже, ниже, ниже и ниже. Так, мотылек надо загнать. Welcome aboard. Да, я-то думал, пещерка как пещерка будет такая, знаешь, пещерная. Но мы сегодня поплывем, плывем прям, я не знаю, до упора, доплывем. Если ничего не будет, я загружу всю игру, которую мы загружали, вот, сохранялись, точнее, давненько. Практически где-то в середине этой серии, потому что дальше мы, по идее, ничего полезного не нашли. Так, что происходит? Где я? Вот теперь я хотя бы что-то вижу примерно. Вот очертания были найдены мною. Теперь все, опять конец. Опять нихера не понимаю. Хотя вот, по-моему, стена. Ага, натуре стена. Так, на север. Мы плывем на север. Нам нужно держаться с северной стороны. То есть куда-то туда. Не, мне пока кажется, что это связано с вулканом. Каким-то образом это связано с вулканом по-любому. Потому что здесь уже все эти застывшие лавы по стенам. Тепловой след вон там, чудище там, все там. Так, ну я плыву правильно, значит я прошел уже. Она не горит, эта пещера, поэтому здесь нихера не видно. Ну-ка, секунду. Так, конечно, видно, но... Хрен поймешь вообще. Вроде как получше, очертания просто более видны стали. Всех этих стен. А так из циклопа все это светит, нихера не понятно. Ну смотри, музыка пошла. Четкое нашли. Просто музыка тоже четкая пошла. Кончилась четкая музыка. Все. Блин, ну мы вообще-то уже на 1000 метров с лишним опускаемся. Я иду чисто по очертаниям. Я больше ни хера не вижу. Я не знаю, как вам видно и не видно. Но видно, наверное, должно быть. Но вот есть же разница. Вот, вот стена, а вот не стена. Сейчас опять музыка пойдет, судя по всему. Сейчас, наверное, куда-нибудь въеду. Блять, ничего не вижу. Вот серьезно, ну ничего не вижу.
Здесь, по-моему, ничего и нет. Ага. Но он показалось, судя по всему. Ну, отлично, хоть что-то видно стало, ладно. Но мне кажется, мы сейчас приплывем обратно к вулкану. Тихо! Что происходит? Да, бляха-муха, опять вулкан. Сука. Эх, вот оно как все связано, смотри-ка. Опять вулкан, опять вон. Опять ничего. Ну, бляха-муха, ну столько времени упарились. Откуда же все-таки шел звук-то, мне интересно? Звук-то же откуда-то шел. А это опять вулкан. Опять тот самый, который мы уже в прошлой серии просто бляха вдоль и поперек весь излазили. Опять он. Но мы хотя бы знаем, что теперь здесь есть еще одна дорога к вулкану. Их теперь уже получается три. Одна из в которую мы заплывали. Чё так лагает-то? Другая, из которой мы выплывали. Чё такое? А третья еще одна здесь. Ну и ладно. Мне, кстати, много энергоячеек уже надо поменять, судя по всему. Ну а чё, это вулкан, вулкан, вулкан. Это самый, что ни на есть, обычный вулкан, в котором пока что еще ничего не добавлено и ничего пока что здесь нет. А это значит, что сегодня мы с тобой поохотились за незнакомым звуком, обнаружили еще одну дорогу к вулкану, попали в этот вулкан через эту дорогу. Ничего здесь, собственно, не нашли, кроме дико сильно пролагивающих и долго строящихся текстур. И красноты. Это все, что мы здесь сегодня нашли. Мы можем, в принципе, доплыть до конца. Просто чисто почему бы нет. Да что вот происходит? Вот почему? То краснеет, то синеет, то еще чего. Материк про... Вот это прям вообще отвратительная главная, наверное, проблема, что так все долго прорисовывается. Я опять нихера не вижу. Освещение. Освещение надо было поставить где-нибудь вот тут вот. Потому что по-другому неудобно. Мне что-то показалось, что опять этот звук я где-то услышал. Все, тупички. Короче говоря, ничего мы здесь сегодня не обнаружили в этой пещере. Здоровая, но она ведет просто тупо к вулкану. Значит, до вулкана теперь очень просто добраться. На самом деле, гораздо проще заплыть здесь. Правда, темно и не видно ни хера, но, с другой стороны, реально проще. Давайте тогда я не буду сохраняться. Мы в следующей серии с вами начнем строить базу. Там, где-то в районе этих грибов. Все-таки надо докопаться до природы этих звуков. Кто их издает, их что это вообще такое. В следующей серии мы... По идее, мы исследовали, наверное, все, что могли. Мы все переплавали, все исплавали, все понаходили, все по... Ну, ничего такого необычного больше мы, в принципе, не нашли. Нам осталось что? Нам осталось там, по поверхности, повнимательнее походить по огромным осколкам, по огромным обломкам Авроры, пооткрывать двери, по всякую херню понаходить. А так, в принципе, все. Ну и надо базу строить. На следующей серии мы, наверное, этим делом мы займемся, выберем нормальную себе поверхность и начнем. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.